Бля, хотел нормально начать. Ребята, всем привет, меня зовут Залман, и добро пожаловать на канал Hunter Zone. Это, сука, станет нормально. Вот, отправились мы на новую карту. Название карты у нас в плейлисте. Я особо этим, ну, не задаюсь. И карта наполнена лесом вдоль и поперек. И вы явно уже поняли, что заниматься мы будем именно им. Едем. Так, надо куда-нибудь в лес, где найти сейчас лесную дорогу и отправиться туда. Ты ж на поворот уходишь, что-то остановился-то. Так, так. Ага, а куда нам здесь ехать? А нам надо походу ехать. Бля, где хоть какая-нибудь лесная дорога-то, ё-моё. Опа. Ну-ка. Да, проверим. Так. Что-то мне кажется, я вообще еду в какие-то требеня. Скорее всего, обратно сейчас на ту дорогу выйду. Интересно, но слишком палевно, поэтому сейчас пролезем куда-нибудь. Бля, в лесок. Бля. Так. Все, пролез, молодец. Так. Ну, давай сюда. Так. Так. Бля. Я топор не взял. Так. Вот. Давай вот такой вот возьмем. Будем лес рубить. А, ну-ка. То есть я, в принципе, могу потом взять лопату и еще этот. Щепу пособирать. Хорошо. Надо будет, наверное... Прицепчик другой приобрести. А чё, куда ты покатился? Ладно. Вот так. И вот это тоже. О, олени. Надо будет поохотиться, наверное. Так. Вот так. Поехали сейчас. Ага, поехали. А где у нас тут вообще дерево принимают? Лесопилка плотницкая. Ну, зерновой элеватор. Монумент. Сила. Так, ну это у нас дом. Ага. Тоже не то. Вуден сейвинг, вот он. Так, а я где вообще? Вояж здесь. Надо что-нибудь поближе искать. А, тоже не то. Ага. Не то. Еще один монумент. Ладно. Короче, едем сюда. Пометить. Да, едем в ту сторону. Будем сейчас там. Зашибись, закапывается. Давай, да. Давай. Опа. Так. Тормози. Да, норм, поехали. Бля, жалко, это декор. Я думал, можно свистнуть. Ну, в принципе, это недолго все было, поэтому я думаю, что здесь мы особо много не заработаем. Но поглядим. Единственное, что, конечно, дорогу бы сюда получше найти. Либо искать другое место поближе к этой к лесопилке. Давай. Эх, надо будет УАЗик продать, купить что-нибудь помощнее, какой-нибудь грузовик. Там вообще не тянет. Не, я, может, конечно, что-то не догоняю, но почему он не едет? А
Едь, блядь, давай. О, открылся, молодец. Я думал, ты уже не откроешься. Надо будет выходить тебя открывать вручную. Ладненько. Давай, езжай быстрее. 12 косарей. Ладно. В принципе, простительно, учитывая, что мы только начали, привезли не так много. Это не Суворовская. Где за пол прицепа 50 косых дали. Так, все, отправляемся в магаз. Ой, господи, это будет очень долго. Ту-т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 у. Вот он, магазинчик. Так, наверное, УАЗик и прицеп мы тогда сейчас продаем. А, хотя нет. Нет. Мы его сначала сюда просто подгоним. Пойду я. Так, заглушить. Пойду поищу грузовичок, который мне нравится. А потом уже, соответственно, буду решать. Так, ну все, я купил, поэтому вот это мы сейчас продаем. Продать. Продать. Угу, сотку у нас еще осталось. Ну-ка, 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 ну-ка. Сейчас я еще кое-что гляну. Оборудование навесное. Для лесозаготовки. Где-то должна быть кое-какая фигнюшечка. Интересно, сколько она стоит. А, ну понятно, мне уже на нее не хватит, судя по всему. А где она вообще? Нет, то. А, вот оно. Да. Бля, оно дорогое. Ну ладно. Ой-ой, грузить мне, конечно. Я надеюсь, будет норм. Хотя, учитывая наклон. Мне кажется, что что-то будет явно не то. Кого, бля? Хера себе. АР заправить. Да? А, это вон. Колонка. Так, бля. Так, а куда поедем-то? Мне прям нравится. Вот так. Так, ладно. Погнали сюда. У нас, по-моему, там ближе проезд. Чтобы там по бездорожью не ехать. Так, ладно, ребят, давайте на этом мы закончим серию. Монтажа здесь будет по минимуму. К сожалению. Помимо этого, микрофон мне еще не пришел. Я нашел, откопал у себя в шкафу старенький BM800. И явно звук на нем не ахти. Ага, тут дороги-то нету. Мне тогда интересно, что там за дорога была. По-моему. Да, вон она дорога. Куда она ведет? Сейчас посмотрим, куда это. Так. Да, повеселее как-то едет. Так много дерева. Господи. Так. Ну-ка. Ой, бля. Вот так. Шопаком не сел. Вот так. Так, а теперь погнали. Давай. Так, сухостой.
Сухостой, сухостой. Вот он, сухостой, кстати. Раз. Падай. Красавчик. Так, еще один сухостойчик. Ну, бля, надо было трактор хотя бы. Ты чё? Да ёпт. Так. Вот так. Раз. Два. Три. Проверим, если чё. Так. Туру-туру-туру-туру. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Всё. Погнали, следующие. Ой. Раз, я так он в кабину воткнулся, этот прицепчик. Надо, получается, базу побольше взять. Ну, в смысле, тягач с базой подлиннее. Раз, два, три. А, вон, четвертое все вижу. Сорян. Не увидел ту палочку тоненькую. Так, 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 так. Все. Так, угу. Так, так, так. Так, еще вот он как раз таки есть. Так, так, давай дальше. Так, 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 так. Так, 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 так. Есть. Так, есть. Далее. Бля. Так, так, так. Ну, в принципе, сейчас две палочки еще осталось, и все. Еще раз, два вижу. Сухостоя. Да, давайте, наверное, знаете, как буду делать. Сухостой убирать. А зелененькие деревья уже потом, если территория моя будет. Все, поехали. Продавать. Бля, орет как Годзилла, если честно. Прям так это. Ну, так, я вот надеюсь, что по этой дороге мы выйдем туда, в сторону лесопилки. Просто если не получится туда выйти, то будет обидненько. Прям так это очень обидненько. Ну что, ребята, на этом первая серия у нас по новому проекту заканчивается. И, если честно, лес меня прям сильно затянул. И буквально за один день я наиграл больше 12 часов на этой карте. У меня даже спина затекла. И, естественно, материала отснятого много. Монтировать его придется долго, упорно. Поэтому серия у нас будет еще достаточно. С вами был Залман, Хантер Зона. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите свой комментарий. Всем удачи и всем до новых встреч!